открытое первенство Донецкой Народной Республики среди возрастных категорий 16-17 лет. Мероприятие проходит на базе Донецкого института физкультуры. Количество участников 44 человека. Клубы – это Сварах, СБЕ Макеевки, Ратник, Велес, Файтмастер, Динамо, болевым потом Македон. Одержал спортсмены синего угла. География наших городов расширилась. Это добавился еще Старобешевский район. Да, начались у нас полуфиналы. Уровень спортсменов с каждым соревнованием растет, но мы не останавливаемся, идем дальше. Надеемся, на следующих соревнованиях уровень будет еще выше. Проверить, то есть это хорошая платформа для начинания, то есть и любая платформа, в принципе, для такого уровня мероприятий, это для начинающего спортсмена служит как бы фундаментом, поэтому мы пытаемся на все мероприятия заявляться. Понятно, что ребята еще сыроватые есть некоторые, но мы будем работать. Проходят уровень бойцов достаточно высокий, растет с каждым годом. Ребята совершенствуют свою технику, молодцы. Со стороны судейства пока вроде все проходит стабильно, хорошо, никаких спорных моментов нет. Много ребят в разных спортивных клубах занимаются, приехали, все показывают высокий уровень. В данной возрастной группе очень сильно себя сейчас, как я вижу, показывают Макеевский клуб «Ратник», хорошо, наш Донецкий спортивный клуб «Велес» себя показывает. Ребята, только трудитесь, только труд упорный приведет вас к успеху. На данном турнире я был рефери, отсудил все поединки. Очень достойный уровень, ребят. Очень радует, что растут ребята. Многих ребят видел до этого турнира. И, видно их рост. Видно, что развивается ММА в республике. И очень достойно ребята выступают. Хороший бой был, спорный очень. Дрался парень с Макеевки против горловчанина. Хороший равный бой, ребята очень достойно дрались. Сложности есть, когда ринг, это раз, потому что позиции, вернуть в ту же позицию очень тяжело, ребят, потому что какие-то действия кто-то предпринимать может, и поэтому моменты есть. Ребятам желаю, главное, это крепкого здоровья, тренироваться и становиться сильнее.